Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda, Бульбазавр, Кока, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет, всем привет. Сегодня мы решили записать очень классную рубрику, где мы будем сталкивать друг друга на разных машинах. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Давай, короче, одного какого-то будем атаковать. О, давай, Бульбазавр, иди. Давай, давай, вот этого Пикачу, за ним, все за ним. Вот, дави, 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 сейчас. Слазис кончено управляется. Я хочу машину себе перекрасить в другой цвет. Например, желтый. Или вот такой вот ярко-салатовый. Если это тоже перекрашу. Все, только это свойство нельзя менять, понял, Бульбазавр? Скидываем этого тогда. За то, что он стоит, скидываем его. Тихо. Блин, я завис в воздухе. Вот это нормально, она орёт. А вот теперь ты проиграешь, Ха-ха-ха, лох. Да за что? Так а за что? За это, за картой. Давай тогда бери заново машину, давай продолжаем. Пока если у нас этот, у тебя минус одно очко. Очко? Димас, меня просто так не возьмёшь. Ты думаешь, да? Я знаешь, когда так... Потому что ты сам себе скинешь, это тупо очень. А, ты грузовик решил взять? Против этой машины? Легковой. Дрифтуна, по-красиво, возле краюшка прям. А вот теперь я тебе скину, щенок. Я бы так не думал. Мы с тобой вместе упали. Моя машина улетела в небытие. Так, я ее удалю. Хорошо, давай тоже себе такая другую машину возьму. Разогревочка прошла успешно. Давай вот такую возьму, полегче. Машинку. Мне нравится, как у нее движок работает. Чувствуется, что прокачка была. Ну чё, вы где? Ну чё, давай, где ты? Где? Ты застрял, что ли? Я тебе помогу выехать. Подлец такой. Ты опять себя скинешь? Или нет? Я большого очень. О, ты взял этого, который снегоуборщика. И, блин, лох! Так, а что будет, если я просто буду лететь вниз? А, я под воду упал. Тоже снегоуборочного. Ну чё, теперь я буду четко играть. И буду очень внимательно. Эй, ты опять свойство заменял? Бульбазавр, так нельзя. Давай, толкай меня за... Толя, ну шо за читер? Бульбазавр, так нечестно. Слышишь, какой крысак? Я даже знаю, какую ты там это меняешь функцию. А я хочешь, я тебе тоже такое себе сделаю? Но это будет нечестно. Я хотел, чтобы было по-честному. А он нечестный. А ты можешь скилл использовать? Нет? На тебе за это. Одни колеса полетели. Ставь нормальную машину. Ну чё, давай тогда с тобой вместе потягаемся. Я тебя буду скидывать. Ну-ка, ну-ка. Давай, на умение. Опа, зацепил, зацепил. Тащим тебя. Не хочешь, да, в пропасть? Я тоже не хочу. Ах ты псих. Мы его можем поймать, подловить. Давай. Слышь, он меня тащит. Чё? Ну давай. Я вам покажу такие. Ну чё, давай, иди сюда. Чё? Ого. Да, если машина разобьется, ты тоже проиграешь. На тебе. О, я тебе помогу, стой. Блин, ну что ты? Огощался. Хотел тебя скинуть. А вот теперь я тебя подловил. А вот теперь проща. Эй, не-не-не-не-не. Да не, не важно. А жил тот челик, нас теперь четверо. Вот теперь будет прикольно. Слышишь?
Слышишь? Прощай, додик. Красиво, ребята, полетел, видели? Сальтухи начал крутить. Вот еще один приехал. Нет, твоя машина очень легкая. Мы с ним. Я его сейчас подловлю. Вот, блин. Давай, ты или я подлавлю, и я буду тебе помогать тащить его. Отлично, отлично. Блин, это прикольно, ребята. Ставьте лайкосик, точно лайк заслужит. Такого позитива давно у нас не было. Это старая советская кусок говна. У меня вот старенькая, где-то 60-х годов. С Мафии 2, кстати, игры. О, автобус приехал. Ого, броневик ты вонючий. Ты чё это мою машину ломишь? Нет. У меня движок застучал. Не. О, автобус ушел. А теперь я тебя буду потихонечку, помаленечку буду тебя скидывать. Нормально, ребята, видите? Все-таки снегоуборочная мощная тачка. Помогай мне мазик скидывать вот этот зеленый. Мас, у тебя что-то зажигает. Ничего страшного, двигатель горит, а я еду. На тебе, щенок. Да за что? Эй, танк! Нет, танк это очково. Нет, я не сдався, я не сдався. Мас, я тебя поджигу. Тихо, тихо, стой, стой, стой! Ой, я сейчас помогу тебе, стой, ты не уедешь. Движок заглох! Эх, завелся, завелся. Так, так, так. Ты мину подложил, кусок ты человека. Я возьму, короче, машину с Half-Life 2. А вот теперь смотри, что она может. Эй, так нечестно, пацаны. Ты тоже улетел. Ты повис. Моя машина улетейшн. В пропастейшн. Так, летим. Ого, там что-то жахнуло. Хорошо, давайте вот эту возьмем машину. Нет, вот эту. Скидываем КамАЗ уже. Эй, слышь, Запорожец вонючий, отвали. Улетел, щенок. Ого, двоих комбо сделал. Красиво, бочиной вниз. Украл машину черную. Честно, я сейчас скину этот вонючий. А ну давай, кто кого, твоя или моя? Эй, так нечестно. Красиво, красиво. Ну-ка, ну-ка, я должен затащить. Ну-ка. Давай, мента поганого. Ты, кстати, можешь включить мигалки, ты знаешь это? Попробуй. Блин, ну такая неуправляемая машина, насколько это возможно? Ой. Мне кажется, бензовоз очень тяжелый, но при этом его будет тяжело скинуть, да? Не, видите, никак. Вот это мощь в нем. О, давай, скидывай черную машину. Я тебе помогу. Ух ты, вот это было жестко. Назад, назад, заднюю скорость, заднюю скорость. Слышишь, бензовоз, насколько мощная машина? Слышь, отвали от меня. Мне бы зацепиться передними колесами как-то. На тебе. Я сейчас упаду. Ничего, что я все упаду сейчас. Все, я тебе сейчас. Ай-яй-яй. Все. Пока. Улетейшн. Я остался живой, я просто вышел с машины. Ты тоже упал. Да ну за что? Че, давайте, последнее выживание, да? Удаляемся в машину. Да, давайте, пацаны. Я сейчас очищаю карту. Кто проиграл, больше не участвует. Должен остаться один. Наблюдателем становится, поняли? Все, берем машину и больше не меняем. Я возьму себе... Блин, теперь такой выбор сложно. А что же себе взять, чтобы затащить? Ну вот это единственная машина, которая мне подходит. Че, пацаны, готовы? На счет три. Раз... Два,
3. Скидываем эту машину сразу. О, вижу, вижу. Прощай, один улетел. Осталось трое. Так, 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 вижу эту машину. Сейчас мы ее скинем. Как щенка вонючего. Ну, а что, никого нету? Я сам победил. Вижу еще один. Вот он на диване такое себе. Что, не падает? О, вижу, вижу. Подловил тебя, как щенка. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. We'll be right back.